Всем привет! С вами Time Games! И сегодня будет матч Колумбия-Перу! На самом деле, Колумбия! Да, я буду играть Колумбией! Хотя когда-то я ее обыграл в Бразилии 1-0. Но что вы скажете на то, что бразильцы проиграли 0-1 этой самой команде? Что вы на это скажете? Вы скажете: бразильцы говнюки. Вот такие вот делишки, ребята. Все выигрывают, обыгрывают. Одни обыгрывают других. То есть вообще непонятно, кто выйдет. Финал Кубка Америки. Вообще непонятно, кто выйдет из группы. Совершенно непонятно. Еще, дорогие друзья, я вам такую ремарку расскажу. Сегодня я играю практически. Этого матча могло и не быть. Потому что, дорогие друзья, у меня сегодня полетела видеокарта, моя новая, которую я купил за 15-ку. Вот. И она как бы полетела. Я ее отнес в сервисный центр, где я покупал. Магазинчик. Вот. Мне дали примерно альтернативу этой видяшки. Но она не даст, не передаст все эмоции и все вот эти вот мои качественные видео по... по футболу. Оно не передаст этого. Я решил сегодня забрать мою видеокарту и играть. Если уже потом будут какие-то серьезные проблемы, тогда я уже ее отнесу. А сегодня я просто напросто пришел, он ее погонял в магазине, у него ничего не вылезло. Никаких артефактов. И также он отправит ее в Екатеринбург. Там ее отправят на завод. И там ничего не будет. Также часик погоняют. И скажут, все. Видеокарта исправна. И еще и садут с меня за то, что я... типа бы это скосячил, то есть за, не помню, как эта херня называется, ну в общем та штука, типа они посмотрели, проверили, вот 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 такая, короче, херня. Но, дорогие друзья, я с вами. Я с вами. Так что поддерживайте меня лайками, различными, там, я не знаю, подписками на мой канал, если вам хочется. Поддержите меня, пожалуйста, потому что я реально трачу... больше, чем я сейчас зарабатываю. Я покупаю
железо. Ну, как железо? Ну, вы поняли, наверное. То есть я покупаю железо сейчас для своего компьютерика, чтобы он был мощный, чтобы вам предоставить без всяких тормозов и там без всяких лабулей мультей. Вот видите сами, что я выкладываю видео по поводу матчей футбольных 60p, то есть что я за чушь несу вообще? Какой 60p? 60 кадров в секунду выкладываю один. Никто! Не то, что никто! Они немногие могут похвастаться. Так что, ребятки, я все делаю для вас! Ладно, все, я пришел в себя после этой чехарды с беганием по магазинам. Видеокарты. Мне дали, конечно, другую 750-ю, но это полное говнище. И мне сейчас забьют. Нет! Да! Ёбаный в рот! Ёбаный в рот! А, блядь! Блять, сука, это видеокарта точно говнище. Говнище 750. Люди, кто меня смотрит, не покупайте ее никогда в жизни. Потому что, когда я ее упомянул, мне сразу забили. Да и на самом деле, 750 Ti, она говнище. Вот так вот. Ну, мне дали самую мощную, которая была у них на замену. Я правила, точнее, свои права знаю, что если я отдаю видеокарту на ремонт или на какой-то там просмотр, они мне должны предоставить эквивалент примерный. Вот, мне видеокарточку дали, самую мощную, которая у них была, это была 750 Ti, но к счастью я ее не сумел протестить. Я сегодня проходил прогулял до 6 часов вечера. То есть я гулял сегодня. Еще сегодня приехал знакомый. Совершенно неожиданно. Вот вы видите, что я сейчас катаю мяч туда-сюда. Ну это потому, что я вам рассказываю. Вот. Как бы приятель приехал. И мы совершенно встретились напрасно. Не напрасно, а случайно встретились. И просто-напросто посидели, попили пиво, поговорили по душам. И вот. Вот такая штука. Сегодня у меня была. Вчера у меня был день рождения. Я бы сегодня пить не стал. Но мне сегодня надо было опохмелиться, это 100%, потому что после вчерашнего это просто было жесть.
Я сейчас просто катаю мяч до перерыва. Вот. Конечно, меня никто не поздравил здесь в Ютубе с днем рождения, потому что никто не знает, что у меня вчера было день рождения. Но я думаю, это будет в будущем, это поправится. Скучный первый тайм сборной Колумбии и Перу. А нас ждет второй тайм, самый интересный. Сейчас я им задам, это точно. Ну вот смотрите, я вообще не бил по воротам, потому что вам рассказывал историю. Но сейчас я не буду рассказывать истории, я буду бить по воротам.